Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим изумительно вкусные блинчики на кефире. Блинчики получаются очень вкусными, тонкими, мягкими и нежными. Замечательно подходят как к сладким, так и не сладким начинкам. Рецепт этот простой, но очень удачный. Я думаю, многим знаком. Блинчики получаются очень вкусными, мягкими. Этот рецепт на кефире. Также можно приготовить блинчики на молоке. Тоже очень простой рецепт. Он есть на канале. Я ссылочку обязательно оставлю под видео в описании. А для блинчиков на кефире нам понадобится сам кефир 500 мл. Вбиваю в кефир 2 яйца крупных. Добавляю пол чайной ложки соли, 1-2 столовые ложки сахара. Если вы хотите сладкие блинчики, то тогда больше добавляем сахара. И теперь все тщательно перемешиваем. Теперь нам понадобится 2 стакана муки по 160 грамм. У меня стаканы нестандартные, поэтому вот получился неполный. В муку я добавляю 1/2 чайной ложки соды. Кефир погасит как раз эту соду, точнее кислота, содержащаяся в кефире, погасит соду. Я вот здесь прямо в муке перемешиваю и добавляю кефиру и яйцам. И замешиваю сейчас сначала один стакан и сразу следом второй. И замешиваем тесто без комочков. Можно воспользоваться миксером, но вот когда тесто такое густое, то легко комочки с помощью венчика разбить. Вот такое в итоге получилось тесто, абсолютно однородное, без комочков. И теперь сюда вливаю 250 мл кипятка. Тем самым мы завариваем как бы тесто. Вливаю и размешиваю. В последнюю очередь добавляю пару столовых ложек растительного масла. Еще раз все тщательно перемешиваю, и тесто для блинчиков готово. Для первого блинчика я смазала растительным маслом сковороду, а потом уже не буду. Набираю половник теста и распределяю. Ставим на огонь и смотрим, как образовываются пузырики. Прошу прощения, у меня здесь соседи сверлят. Буквально минутка, с той стороны подзолотился блинчик. Переворачиваем. Жарим с другой стороны. Вот полминутки с другой стороны. И вот такой красивый ажурный блинчик готов. Ну и также жарим остальные блинчики. Опять наливаем половник. Распределяем. И опять, как только подзолотился, ну что ж такое, сверлят и сверлят. Переворачиваем еще полминуты с другой стороны. Вот второй красавчик готов. Блинчики получаются очень-очень вкусные, нежные и мягкие. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои рецепты.